Что касается испытаний королевства, которые мы так долго ждали, теперь не нужно ждать, пока у тебя появятся билеты для испытаний королевства. Также разработчики изменили Battle Pass Paladins, а именно они добавили механику кривого опыта. Что это значит? Это значит, что каждый последующий уровень будет апнуть сложнее. Первые уровни боевого пропуска будут очень легко получить, а для следующих уровней придется попотеть. Но это не все изменения боевого пропуска. Теперь мы будем получать новые скины из сундуков, а это значит, что мы можем получить рандомно любой новый скин. В принципе, неплохая идея, но уверен, что некоторым людям это не понравится.